Этот православный храм – единственный во всем Гастагаевском сельском округе. Раньше здесь были складские помещения. В конце 80-х их передали под церковный приход. С тех пор ремонта здесь не было. Вот я тоже попал на прием к Юрию Федоровичу. С Юрием Федоровичем. Юрий Федорович рассказал о наших нуждах. Юрий Федорович сказал, чтобы начинали реконструкцию крыши, чтобы подключились люди доброй воли, что произошло. С легкой руки. Вот на данном этапе мы крышу разобрали и меняем крышу. И вот на этой неделе уже приступили к ремонту. Помимо администрации помог и депутат, представляющий станицу в Совете, Геннадий Демурчев. А работают на территории храма, как говорится, всем миром. Пока рабочие разбирают крышу и монтируют основу для новой кровли, прихожане в свободное от работы время разгружают строительные материалы и убирают мусор. Всеми работами руководит лично отец Георгий. Отец Георгий такой активный, такой... Он такой двигатель, знаете, действительно. И кроме того, что он ремонтирует, делает храм, обновляет его, он еще и в нас пробуждает действительно любовь к Богу, к вере, понимание. Поэтому, конечно же, не прийти сюда, когда уже есть возможность, когда действительно мы все уже более-менее свободны, это просто грех, я считаю. Поэтому, конечно же, будем помогать. В меру своих сил. Нужно помочь. Каждый должен, чем может, тем и помочь. Нам, вообще-то, мы обращаемся ко многим. Нам никто не отказывает всегда в помощи сами. Мы должны показывать пример. Вот мы работаем, и люди подключаются, все идут и работают так же, как и мы. Не только отремонтировать, но и достроить приход. Вместо старой деревянной башни здесь установят настоящий храмовый купол, который уже прибыл в станицу. Купол-то не дело не одной недели, не одного месяца. На протяжении вот буквально полугода мы клич бросили прихожанам, прихожане помогали. Обращаемся к нашим благотворителям местным. Геннадий Семенович нам помогает. Максим есть такой строитель. К нашим администрации обращаемся. Вот в силу возможностей, вот своими силами пытаемся это дело сдвинуть с мертвой точки. На этом работа не закончится. Сейчас в городской администрации идет подготовка документов на оформление нового земельного участка в станице. Рядом планируется построить новый храмовый комплекс. По замыслу организаторов он будет вмещать в себя не менее 500 человек. Руслан Душевский, АНАВА Регион.